Тиандэ. Всегда вместе. Компанию Тиандэ ничего не остановит на пути к празднованию Нового года. Зимнюю Москву и с такими не то весенними, не то осенними тонами. Настроение приподнятое. Для этого есть все основания, потому что подошло время, когда можно подвести итоги уходящего года. А итоги эти впечатляющие. Этот год по всем показателям рекордный для компании. И декабрь по предварительным расчетам – это также рекордный месяц за всю историю компании. Уходящий год ознаменовался такими приятными событиями, как освоение новых территорий и закрепление на ранее освоенных. Заработала Украина, мы на пороге вхождения Беларусь, Казахстан. Хочу сказать, что началась уже системная работа по вхождению в Евросоюз. Хочу сказать, что я с уверенностью, мы все с уверенностью смотрим в будущее. Спасибо, удачи, любви, всем счастья, здоровья. Добрый день, дорогие друзья, дорогие партнеры и одни из самых красивых людей сегодня в данном заведении. Потому что все очень красивые, все, мне кажется, вот отражают тот результат, который данный год нам принес. Это успех, определенное финансовое благополучие, для каждого свое. И я также хочу передать поздравления, привет от еще двух наших партнеров. Это от Светланы Владимировны, Инны Вячеславны. Они сейчас в холодном городе. Вместе с нами поздравляют нашу компанию, потому что наша компания – это все мы. И, как сегодня сказали, сердце каждого – это и есть компания. Поэтому давайте проводим уходящий год интересный, красивый, достойный. И будем встречать новый. Я вас всех поздравляю, и давайте поднимем бокалы за компанию Тиандэ в год прошедший тигра и в вступивший год зайцев, кроликов. Готов. И готов. С наступающим 2011 годом, но прежде чем вот последние минуты, последние дни стучат уходящего года, мы хотели бы поблагодарить, мы благодарим 2010 год. Здоровья, счастья вам! И знаете, вот этот год 2010, это настолько колоссальный, замечательный год, что мы его благодарим. И вот Всевышнему Богу я хочу сказать лично большое спасибо за то, что в 2010 году
мы настолько классно развиваемся, настолько классно много людей в нашей команде, а 2001 год – это будет невероятных событий, невероятных свершений и в кратном разе увеличение товарооборота и, соответственно, всех наших стран. Счастья вам, здоровья, процветания и больших-больших успехов в жизни! Ура! Мы желаем каждому, чтобы загаданные сегодня статусы они свершили с рубинами, я не знаю, бриллиантами, сапфирами, изумрудами, чтобы было все разноцветие камней. И самое главное, что каждый из нас здесь присутствующих сам себе может выбрать такой подарок. Потому что в компании Тиандэ с таким руководством, как у нас, про руководство все слышали? На самом деле, вы знаете, это очень важно, какая голова у корабля. Поэтому мы очень рады тому, что можем действительно сами себе выбирать, какую машину, на какой машине в июне будем уезжать. За 10 тысяч, за 20 или за 30. Вы будете сидеть и думать. Я не знаю, что будет происходить в нашей жизни, но чтобы мы всегда светились от счастья. Счастья в 2011 году! Ура! Уважаемые сотрудники компании Тиандэ, я уверена, что среди нас найдется и Дед Мороз, и Снегурочка. Огромного счастья, огромной любви,
Ну как зачеты интересно? Нет, 46. Хочу пожелать год кролика, чтобы вы бешено размножались, чтобы ваши сети росли. Просто невероятно. Чтобы ваши объемы просто зашкаливали. И чтобы у вас все получилось. Давай скажи. Как говорит Игорь Жабин, чтобы все стали бриллиантами. Вот я вам того и желаю. Чтобы все стали бриллиантами. Ура! Я желаю всего хорошего в этом году, чтобы вы оставались нежными, добрыми, счастливыми в любви, в братьев и семье. Был год тигра. Следующий год кроликом размножать наших директоров. Огромное спасибо нашему руководству. Действительно, таких руководителей вот, лично у меня и, наверное, у всех у нас еще не было. Вы душевные, вы понимаете все. Вы в любой момент можете и помочь, и подсказать, и направить. Мы вас сильно уважаем, мы вас любим и будем с вами идти далеко и долго и долго. Огромное вам спасибо. Всех с Новым годом! Вы устали от забот, все пройдет. Вам немножко не везет, все пройдет. А чего душа поет, тело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый год. А чего душа поет, тело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый год. Пусть растопит в душах лед Новый год. Все печали заметет Новый год. Людям некогда скучать, скоро будем отмечать. Новый год, Новый год, Новый год. А людям некогда скучать, скоро будем отмечать. Новый год, Новый год. Да, настоящий зайчик, побегайчик.
Дорогие друзья, мы хотим вам пожелать, чтобы уходящий год тигра ничем не смог напугать следующий год зайчика. Прошлый год для нас был очень успешным в этой компании, но нет предела совершенства. И мы желаем вам всем расти и вверх, взлетать и на статусы, и на свой личностный рост. Я хочу поблагодарить компанию за тот великолепный праздник, который она нам сегодня устроила. Это действительно достойная награда за все те страдания и за все те труды, которые мы делали. На самом деле это уникальный и потрясающий праздник, который нам подарила компания Тиандэ. Огромное спасибо администрации. Это было очень, несмотря на то, что огромное количество людей, это было очень по-домашнему, это было очень душевно, это было очень здорово и это было шикарно. Это было действительно близко к совершенству. Да, роскошно. Это было роскошно. Спасибо вам огромное, мы вас приглашаем. 3-4. С Новым годом! Я просто в восторге от того праздника, который сегодня здесь произошел, потому что мы все пришли в таком приподнятом настроении, но это настроение еще взлетело еще выше, потому что мы пришли, как говорится, мы славно поработали и отдохнули так, что это дало такой задор, такой толчок, что следующий год только победы, только завоевание новых вершин. И наш девиз – мы славно работаем, славно отдохнем. Спасибо компании за все. Руководство компании, команде, в которую я попала – это просто счастье. Я благодарна судьбе за все. 2010 год – это год, который был ознаменован успехами, победами, какими-то свершениями, достижениями, материальным благополучием. И этот год мы провожаем с удовольствием, потому что знаем, что вместе с компанией Тиандэ 2011 год – это еще большие достижения, еще больше успехи, победы. И еще больше людей с нами станут счастливее, богаче, здоровее. С Новым годом! Прошедший год был успешным для многих из нас. Я желаю в наступающем году здоровья вам и вашим близким, терпения и терпимости друг к другу. И пусть во всех делах вам всегда сопутствует удача. Поздравляю всех от имени всей нашей команды с наступающим Новым годом. Свершение всех ваших желаний, здоровья вам, благополучия. Пусть новый, веселый и радостный год вам новое счастье с собой принесет. Чтоб дела ваши были с мечтою в ладу. И сердце желаний больших не забыло. Я желаю вам в этом новом году, чтобы свершилось все то, что задумано было. Благополучия вам, повышения благосостояния, новых квалификаций и огромной большой команды. Огромное спасибо нашему всему руководству, нашим спонсорам, которые организовали для нас такое замечательное мероприятие. С Новым годом! Поздравляю всех с Новым годом, желаю счастья, здоровья, статусов, всего-всего самого лучшего. Спасибо всем большое. С Новым годом! С Новым годом! Я благодарна, конечно же, и за праздник, который устроила нам компания. Но в первую очередь я благодарна за те возможности, которые компания нам предоставила и предоставляет каждому из дистрибьюторов и тех, кто вливается в наш коллектив. Это и тот продукт, который нам предоставляет, и маркетинг, план поведения.